Всем привет! С вами канал Трипология Звука, и это 11-й выпуск, в котором мы будем слушать звук синтезатора Roland XP50, который я недавно восстанавливал. Я буду перебирать патчи, останавливаться на интересных звуках, чтобы можно просто было послушать, как его можно использовать, что там интересного есть, и было какое-то впечатление по тому, какие там патчи есть и как они в целом звучат. Напомню, что я не клавишник, то есть я могу ошибаться, неправильно ставить руки, неправильно играть и все такое. Это был первый патч, который называется West Coast, очень классный, наверное, поэтому его сделали первым. То есть такое пиано с подложкой из стрингов, пенгов, пэдов, да? Кстати, конкретно на этом синтезаторе я не буду ставить никаких эффектов. Может быть, изредка буду накидывать свой delay, тогда я вот здесь буду ручку подкручивать и говорить об этом. Потому что, в принципе, в самом синтезаторе есть блок эффектов, и он достаточно неплохой. То есть на многих патчах стоит реверберация, либо еще какие-то эффекты. Так, это у нас второй пресет, и это какой-то секвенция какая-то. Ну, я не особо люблю такие звуки, поэтому дальше. Атмосферики. Кстати, конкретно лично мое впечатление, на этом синтезаторе очень крутые все вот пэды и какие-то очень длинные звуки. Достаточно интересный патч, причем, когда играешь на высоких нотах, он за тобой как бы вторит. Слышите, да? То есть я сыграл, а он через какое-то время делает delay. Интересно так играть. Симфоник называется. Прикольно.
гитара с дисторшеном, кстати, напоминает очень сильно звуки такие любит использовать Дженкинс. Это такой паренечек, который прославился на Ютубе как раз с тем, что играл какие-то крутые очень мелодии. Рональд Дженкинс, посмотрите, если будет интересно. Джойстик, кстати, все-таки интересно проверить же это X-положение. На нем вибрато, на некоторых патчах. Смешной пресет, Риверборг называется. Какой-то бас, пиано, брас. То есть, видимо, секции разделены. Да. То есть на первой части бас, потом пианино и, видимо, в конце еще трубы. Такой соу-звук, да? Причем этот патч, он монофонический. Флейты. Не, написано было кларнет, кстати. Дульцимер написано. Хотя напоминает ситар, если честно. Это только 15-й патч Aurora, а насколько я знаю, здесь стандартных только 128. То есть любопытно, да, уже сколько интересных звуков. 16-й пресет, кстати, очень мне понравился. Называется он Nice Piano, и он напоминает мне такое синтетическое пианино, которое есть в пресетах, не в пресетах, а в СТ-шках типа Orchestral, да. На него рейс.
сказать что-нибудь. Интересное такое, яркое пианино достаточно. Пресет. Классный. Так, ну это вот что-то типичное из самоиграек такое. Да. Так, ну это у нас что-то с джаза. Gospel Spin называется, поэтому сейчас мы гамму другую сыграем. Что некоторые патчи очень сильно громкие, а у меня никакого лимитера не стоит, поэтому приходится подрегулировать на лету. Действительно, джаз какой-то пилить или блюз. Так, это что-то не мелодичное. Что у нас еще есть? Juno Strings. Ух ты. Ух ты. Здесь нужен очень долгий ревер. Сейчас накину. Thank you.
прикольный звук. Кстати, вот здесь вот я так и не понял, второй регулятор — это вводит aftertouch, либо его можно переназначать на разные эффекты. То есть вот aftertouch можно услышать, когда я нажал. И немножко рукой под вибрирую как бы. Интересно, так когда сильно ударяешь, звук меняется. Как флажолет. Прикольно. Ух ты. 60-голосовое пианино. Фильтр, кстати, такой на нем, когда негромко играешь, он очень задавленный. И чем больше бьешь, он больше открывается. Очень круто. Thank you.
Интересный пресет. Действительно интересный. Очень мягкая клавиатура, мне непривычно, и плюс динамика. То есть я очень давно не играл на аппаратах с динамической клавиатурой. Тоже пресет мне один из ВСТ-шки раньше использовал. Там он назывался Rodes Taxi. Я не особо разбираюсь в моделях Rodes'ов, но, видимо, там еще какие-то подтипы есть, которые отличаются вот этими звонкими звуками. Ну, как по мне, звучит неестественно, кстати. Струнные, причем вот струнные на этом инструменте превосходны. То есть все пэды и струнные здесь в основном очень крутые. Ну, пока что на первом месте по звуку колокольчиков у меня среди моих синтезаторов это Yamaha DX100.
прям там великолепный FM-синтез колокольчиков, который мне нравится. А вот тут, если сильно опустить либо поднять по октавам звук колокольчика, то он будет, как правило, не очень. Хотя вот этот ничего так. Ну, на низких уже он некрасиво звучит, как и на высоких. В польских фильмах очень часто что-то такое вот было. Такой звук приятный, в общем-то, достаточно. «Хаус пиано» называется звук. Типа пианино плюс орган. Thank you.
99-й пресет тоже вспоминаю несколько классических композиций, где вот такие используются пэды. В принципе, на этом можно закончить. Сейчас еще немножко поиграю на полюбившемся пресете Piano Strings. Несколько минут до окончания записи. Надо какие-то итоги подвести. В общем, свои впечатления именно о сборке я вам рассказал, когда ремонтировал этот синтезатор. То есть достаточно он, ну скажем так, расхлябанно собран. Хотя, когда его собираешь, он, в общем-то, достаточно неплохо выглядит. По звуку понравились пэды, понравились струнные и всякие длинные атмосферные звуки. Непривычная, очень мягкая клавиатура для меня. В целом, как бы, ну, себе бы я такой, наверное, не взял, потому что все-таки у меня нет какого-то интереса к цифровым синтезаторам. Понятно, что любой цифровой синтезатор — это, по сути, сэмплер сейчас, да. То есть, ну, сейчас я не говорю про FM-синтез там, да, а вот именно про рабочие станции. Да, здесь конкретно в этом синтезаторе есть достаточно интересные звуки, которые специфичны для Роланда, узнаваемые, да, зашиты. То есть, может быть, именно этим он еще как-то зацепает. И он все-таки не напоминает типичный самоиграй типа Yamaha, все-таки это более такая серьезная рабочая станция. Как бы такое двоякое впечатление. То есть, хорошо, что синтезатор теперь будет жить, то есть отремонтировался, будет работать. Я надеюсь, буду еще радовать хозяина и людей, которые будут слушать музыку, которую будут на этом синтезаторе играть. Вот. То есть такое. Оживил японца. Спасибо, что были со мной на канале. Подписывайтесь, ждите следующие главы. Там будет уже аналоговый звук.